Как вы думаете, мы где? Мы в России, да. Мы в России. Белгородская область. Такой вот зона отдыха называется Улыбка. Нас пригласили здесь побыть 3 дня. А вот номер местный. У нас тут с Натальей тут телефон. Вот здесь телевизор. Полотенце. Все дела. Всем привет. Мы продолжаем отдыхать в Улыбке. Только что мы там покупались. Да. Там холодная вода, как в реке на севере, а там вот теплые бассейны. Там, ну там глубокая, да? Бассейн какая-то. Там глубокий, да. А там я не знаю, что за море такое. То ли озеро, то ли река. Не пойму. Завтра сходим, наверное, или сегодня вечером. Да, снимем, да. Так, здесь вот бассейн. Две зоны все покошены. Вон Миланка, вон Настя. Настя! Что, Володя, что это за озеро? Ой, не знаю, Балхаш, наверное, что-нибудь такое. Ну вот смотри, прибой, да? Плещет волна. Где плывет? Озеро большое. Потом на карте посмотрим, что это за озеро. Да. А мы отдыхаем вон там. Привет. 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 Сегодня мы отдыхаем в беседке. Всем привет. Я когда это самое умел, когда макароны разгонял, надо немножко надрезать и все. Еще скоро будет готов. Курицу уже приготовили. Все катается. У нас еще жарится рыба. На закате, на закате. Здравствуйте всем. Да, это у нас Юра. Привет. Юра говорит, сними закат, сними закат. Вот. Закат. Вот утром, пока никого нет.
Настя, как дела? Пас. Были. Полчаса уже тут кипит, великая. Ну давай, пой уже. Горячо стоять-то, давай. Пой. Так. Пой. Сик-сик. Сейчас. Все, давай. Раз, два, три. Я пошел, а то я сгорю.
Второй вечер. Другой. Домик другой, мангал. Накрываем. Сегодня погода изменилась. За ночь нанесло облака. Сегодня у нас все заканчивается. Сегодня день рождения у Миланы. Yeah.